There was, there were, there will be, there have been. There was, там был, there were, там были, there will be. Там будет в будущем. There has been, там было. There is a train at every hour. The time is now 11:15. There was a train at 11 o'clock. Значит, поезд уходит каждый час, вот, с 9 до 13. А сейчас 11:15, there was a train at 11. Вот, часы 11:15, поезд уехал. Сравните, compare. Вот здесь колонка настоящая, здесь прошлое. There is a good film on TV tonight. Сегодня хороший фильм по телевидению. There was a good film on TV last night. Прошлую неделю, то есть прошлой ночью, был хороший фильм по телевидению. We are staying at very big hotel. There are 250 rooms. We stayed at a very big hotel. There were 250 rooms. Мы сейчас находимся в очень большом отеле, там 250 номеров, а здесь мы находились в очень большом отеле, там 250 номеров было. Are there any letters for me this morning? Есть ли письма ко мне этим утром? Were there any letters for me yesterday? Были ли письма для меня вчера? I am hungry, but there isn't anything to eat. Я очень голоден, но нет чего есть. When I got home, I was hungry, but there wasn't anything to eat. Когда я вернулась домой, я была голодна, но не было чего есть. There has been, there have been, это present perfect. Lua, there has been an accident. То есть, вот, был инцидент, и на него акцентируют внимание. Авария. There has been an accident. Вот это с, это has. The road is very dangerous. There have been many accidents. Эта дорога очень опасная. Там было много аварий. Compare there was, это прошлое. Сравните. There was an accident last night. Прошлую ночью был авария. Так, there will be, там будет. Do you think there will be a lot of people at the party on Saturday? Как думаешь, будет ли много людей на вечеринке в воскресенье? The manager of the company is leaving, so there will be a new manager soon. Менеджер компании уходит, то есть будет скоро новый менеджер. I am going away tomorrow. I'll be doing my packing today because there won't be time tomorrow. Я уезжаю завтра, я упакую вещи сегодня, потому что завтра не будет времени. Завтра будет хуже, чем сегодня, потому что время бесценно. То есть хотите оседлать время, потратьте время на изучение английского, и вы подниметесь по жизни.